Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. Работники кировских промпредприятий смогут брать ипотеку под 2-3%. Об этом в РИО губернатор Александр Соколов сообщил во время встречи с сотрудниками завода «Авитек». По его словам, на федеральном уровне разрабатывается проект закона, позволяющий работникам промышленных предприятий оформлять ипотеку не более чем под 5% годовых с региональным софинансированием и помощью предприятия. То есть в конечном итоге заемщик будет выплачивать всего 2-3% годовых. Такой шаг, по мнению властей, сделает жилье более доступным, решит кадровый вопрос на заводах и повысит престиж рабочих профессий. Экономика. В Кировской области в полтора раза выросли объемы строительства. Данные за первое полугодие этого года опубликовал Кировстат. В регионе было сдано 2850 квартир и индивидуальных домов общей площадью более 270 тысяч квадратных метров. То есть в среднем это по 94 квадратных метра на одну квартиру или дом. Почти половина всего жилья построена в областном центре. Рост темпов ввода жилья по сравнению с таким же периодом прошлого года – 43%. Также за последние полгода в регионе было построено более 10 тысяч квадратных метров торгово-развлекательных центров, общеобразовательные организации на 1000 мест, санатории на 42 места и один музей. В эфире «Экономика». В благоустройство парка имени Кирова в этом году вложат 87 миллионов. Начинается первый этап реконструкции одного из самых популярных мест отдыха кировчан. Администрация города ищет подрядчика на выполнение работ. Потратить на них готовы 87,5 миллионов рублей. За эти деньги победитель конкурса должен будет убрать береговые конструкции нижнего пруда, расчистить территорию от деревьев и кустов, демонтировать ограждения, лестницы, а на их место поставить новые. Также будет сделано укрепление берега, построен деревянный пирс и амфитеатр. Появится новая ливневая канализация, видеонаблюдение. Закончить работы должны до 20 декабря. Всего на преображение парка имени Кирова предполагается потратить 600 миллионов рублей. Проект реконструкции уже готов. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 60 рублей 90 копеек, евро 62 и 54. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».